Рязанский медицинский университет славится качественной подготовкой студентов и спортивными достижениями. Таисия Костылева учится на первом курсе педиатрического отделения. В сентябре она выиграла региональный этап проекта от студзачета Ассоциации студенческих спортивных клубов к знаку отличия ГТО. Плаванием я занималась еще с детского сада, потом с первого класса вплоть до девятого была в сборной в своем городе. А потом у меня был перерыв, я ушла. И сейчас в институте, в университете я вернулась. Плавание для меня все, это моя жизнь. Я не представляю без плавания, что бы я делала. Сейчас девушка берет новую высоту, защищает честь родного вуза на всероссийском чемпионате по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов страны. Соревнования проходят в бассейне «Аквамед» уже в третий раз. Здравоохранение – это команда. Команда – это больница, команда – это отделение, команда – это бригада реанимации, команда – это операционная. И если сейчас ребята уже работают в таком командном духе, значит, у них будет получаться и в спорте, и самое главное дальше в их избранной такой сложной профессии, как здравоохранение. В последнее время особое внимание уделяется развитию студенческого спорта как этапа между юношеским спортом и спортом высших достижений, потому что студенчество – это самое активное, самое энергичное такое время, и поэтому, конечно же, мы ожидаем, что вот на этих соревнованиях будут хорошие, высокие спортивные результат. На чемпионат, который организует Рязанский государственный медицинский университет, приехали участники из 20 регионов страны. За звание лучших борются будущие врачи и фармацевты из Воронежа, Башкирии, Кубани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ну, Рязань очень красивый город, приятный. Соревнования всегда проводятся на высоком уровне. Организация нравится, бассейн нравится. С каждым годом все уже больше знакомых, поэтому все же приезжают как к себе домой, поэтому даже все уже друг друга знают. Все очень нравится. Если бы не нравилось, наверное, третий год бы уже не приезжали. А так, прекрасный бассейн, хорошие условия, хорошая гостиница. Спортсменам предстоит сразиться сразу в нескольких дисциплинах, показать свое умение плавать в вольном стиле на спине, брасом, баттерфляем. Также их ждут комплексное плавание и смешанная эстафета. Победитель определится в личном и командном зачетах. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».